Выутюженная школьная форма, бантики, ленточки, шарики, цветы – традиционные атрибуты праздника первого звонка. Николаевская общеобразовательная школа номер 53 в этом году примет 167 первоклассников. Школа большая. Как правило, классы заполнены, а теперь школьная семья пополнится 6 первыми классами. Как нам рассказала Людмила Ушакова, директор школы, в этот раз подготовка к новому учебному году была особенной. Мы очень благодарны городским властям за то, что вот создают нам уют, за то, что комфортные условия создают. Вот пришли к 1 сентября, у нас уже дорожки есть, и все родители и дети оценили, радуются, они очень благодарны. В прошлом году это были крыши. Я хочу сказать сегодня огромное спасибо и Юрию Исаевичу. Хочу лично поблагодарить его за такую заботу. На торжественной линейке присутствовал и мэр Юрий Гранатуров. Он поздравил школьников с началом нового учебного года. Я хочу вам пожелать того, чего, наверное, вам всю жизнь будут желать ваши бабушки и дедушки, мамы и папы. Мирного неба, яркого солнца, крепкого здоровья, все время искреннего детского смеха. Луиза Еремина, Руслан Черняли, СМСН Дайджест.